Совете ветеранов города собрались пенсионеры, которые нашли место культурному, образовательному и творческому развитию. Они ездят на экскурсии в другие города, выступают с вокальными номерами, организуют вечера и проводят собрания для решения насущных проблем. Участвуют в событиях Сарова. Тамара Барышева в Совете с 2009 года. Как закончила свою трудовую деятельность, я сразу пришла уже сюда. Ну, здесь мы чем занимаемся? Мы, во-первых, помогаем и нашим ветеранам, как говорится, в этих вот условиях, и, ну, адаптацию какую-то, чтобы они приходили, ну, устраиваем какие-то праздники, праздники и Нового года, и Дня пожилого человека, и были у нас чаепития, организованные от... Ну, от администрации, проводимой вот в Мечте. Представители власти не раз выделяли членов организации за активную жизненную позицию и общественную деятельность. В этот раз пенсионерам 8-го микрорайона передали почетные грамоты, дипломы и медали. Присвоили звание «Заслуженный ветеран города Сарова». Эти награды, они же не просто так даются. Они определенно за определенную работу конкретно даются. Поэтому это очень важно для них. Поэтому мы хотели... чтобы быстрее это получить. Награда, она должна быть наградой. То есть, а в этом году, к сожалению, городские власти не смогли этого обеспечить из-за отсутствия средств. Праздничную атмосферу руководители Совета ветеранов создали самостоятельно. Вручили членам организации денежные премии, памятные подарки и цветы. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.